Сегодня поговорим про ранние проявления цирроза печени. Вы на канале с медицинским нутрициологом-психологом. Меня зовут Алена, и многие не знают о том, что цирроз печени приводит к психическим нарушениям. И думают, что им нужно к психиатру, к психологу. Но первое, что им нужно знать, это то, что я сейчас расскажу. Цирроз – это зарубцевавшаяся ткань печени, одно из заболеваний печени. И стадии бывают совершенно разные. И бывает это та история, которая приносит усталость. Есть и другие симптомы, среди которых ангиома, асцит, увеличение грудной железы, отечность ног. И при развитии жирной печени симптомов бывает даже нет. То есть человек не знает и не чувствует. В жировой печени образуется рубцовая ткань. Как лечить печень? Лечение цирроза печени может быть радикальным. Возможно, даже пересадка печени. И другой момент, как очистить печень? Считается, что цирроз связан с неалкогольной жировой болезнью печени. А неалкогольная жировая болезнь печени является связью с диабетом, метаболическим синдромом и ожирением. Другой момент, достаточно начать худеть и справиться с симптомами диабета. Все начинается с инсулинорезистентности, с ролика, который я снимала. Другой момент, причина инсулинорезистентности бывает в сахаре, в алкоголе. И когда вы пьете алкоголь, он в основном всасывается в желудки. Печень после алкоголя испытывает сильнейшую нагрузку, и он убивает клетки печени. Наблюдается, бывает еще и похмельный синдром. А если у вас жировая болезнь печени, ее могла вызвать высокоуглеводная диета, сахар, перекусы. И при инсулинорезистентности у вас все время высокий инсулин, и инсулинорезистентность приводит к жирной печени и является причиной диабета. А при диабете второго типа всегда-всегда есть инсулин. А метаболический синдром – это и есть высокий сахар, высокий холестерин, жир на животе, хроническая усталость, депрессия, перепады настроения и так далее. Не всегда при циррозе бывает человек полный, бывает он худой. Например, бывают алкоголики худыми. И детоксикация печени очень полезна. Очищение организма происходит путем вывода токсинов из жира и из печени. Поэтому необходима здоровая низкоуглеводная диета, интервальное голодание, плюс фитонутриенты, о которых я 100 раз говорила, какие эффективные способы работы с восстановлением печени. Если у вас проблемы с восстановлением, то смотрите мой ролик про восстановление печени. А причины цирроза я назвала. Это сахар, алкоголь, высокоуглеводная диета, либо диета высокожировая вместе с углеводной. Вот это бомба для печени. И запустить аутофагию можно, и я говорила, как это сделать. В другом видео, ролике я расскажу вам, как поддержать свое состояние и выйти из той мертвой точки, которая называется проблемы с печенью одна за другой. Если вы сталкивались с такими синдромами, симптомами, напишите под этим видеороликом, что вы применяли, возможно, поделитесь с кем-то своими лайфхаками, которые действительно вам помогли. И да, кто-то ошибался, и это тоже был опыт. Еще один момент. Печень может быть просто убита из-за химической еды. То есть мы с вами говорим про продукты, которые поступают с антибиотиками, с ядохимикатами. От этого печень очень-очень сильно может быть перегружена. Поэтому первое, что нужно сделать, работать с продуктовой корзиной.